Приветствую, на обзоре нож от фирмы Шузис. Что-то в этом роде. Модель называется ZAN 116. Здесь они не указали, здесь только серийный номер. Вот. Как видите, модель плесталь. Вот такая интересная. Ну, скажем так, они выпускаются в G10 в нескольких цветах. Ну, начнем, наверное, с коробочки. Коробочка классическая, ничего там такого страшного нету. Название такого экстраординарного. Но все-таки бумажки, сертификаты Authentic. Ну, короче, что оно соответствует именно этой модели, плюс салфетка. Ну, как бы бюджет с такими небольшими наворотиками. Теперь сам нож. Повторюсь, было несколько цветов там. Я взял вот такой, как он называется, пурпл, по-нашему ближе к фиолетовому. Тут что-то он так передается не полностью, но вроде есть. 3D обработка, как видите, G10. Такой очень даже неплохой. Фирменный SEOM Backspacer на всю рукоять черного G10. Противоположная, все аналогично. Сторона клипса стальная, не глубокая. Средняя жесткость, тут все отлично. Клин строго по центру. Открытие у нас за вот это отверстие длинное, овальное. Либо за, как фронт-флиппер, за вот этот плавник. Ну, здесь шарик достаточно такой детемпо жесткий. Он открывается, но я пока не привык. А за это открытие все отличное. Лайнер-лок. Лайнер заходит полностью. Ну, запаса еще больше половины. Лайнеры облегчены. Попробую показать, если получится. Ну, немножко есть, если видно. Так, вес ножа всего лишь 134 грамма. Баланс хороший, на подпальцевой ухвате. Он интересная такая модель. Ухвате она очень удобна. Вот здесь рукоять эргономичная у них получилась. Отличные насечки. Все на своем месте. Так, клинок. На клинке у нас D2, сатин, спуски прямые, более чем наполовину ширины клинка. По обуху 3,5, сведение в районе 0,4-0,45. Габариты, общая длина 215 мм. Общая длина ножа и длина клинка. Такая хорошая, EDC-шник, большой EDC-шник. 93 миллиметра. Вот такой интересный EDC-шник. Очень качественный. Ну, практически как для бюджетника, идеально исполненный. Рекомендую.